Всем привет, вы находитесь на канале Fast Город Away, добро пожаловать в It Takes Two. У меня тут немного вот это вот. Это комната Роуз, и я у нее, короче, когда катсцена была, видел, у нее тут есть геймпады. Тут 100% можно будет поиграть во что-то, я не знаю, надо найти. Тут очень много каких-то кусков. Я думаю, тут типа так, мини-игр. А их... Подожди. Только в этой комнате 3 миллиона. О, как дебилы, давай. Новая технология. А у тебя 30 FPS в игре или 60, я так и не понял. 60. Или как получается, типа. Ну, типа, когда белки херачили, было типа 20. Ну просто. Именно основной геймплей. Супер танкисты. Стреляйте снарядами по коде. Нет, по коде. Танчики! А кататься тоже можно, если что. Ну все, мы здесь надолго. А чё, ты не там? Подожди, я же могу подсматривать где-то. А, пупеть, как ты узнал, расскажи мне. Чё, тварь? Ай, тварь. Это какие-то неправильные танчики. Чудесная версия. А я все типа попал только что, кстати, не так. На абордаж. Подвинься. Да ты, блин. Я просто убился, пошел. Я перетанковал. Но я не это видел. Я видел прям телек огромный. Так, подожди. Пошли по проводам. Смотри, что есть. Дискошор. Дискобол! А, блядь, это другая хуйня. Нет, в эту сторону будет крутиться. Сказал, нет, блин, в эту будет крутиться. Нет, в эту. Подожди, это в этой комнате же было. Не, наверное, где она сидела, типа, дальше чуть-чуть. Мы сейчас вообще где? Мы под люстрой. Мы под люстрой. Это вообще ничего не дает мне. Так, подожди, пошли к началу. Не, ну учитывая, что одну мини-игру мы уже нашли, я думаю, что типа да, но... Так, вот смотри, с окна было мы видно, были... что да, мы... за этой горой подушек, типа... А, ну да, логично. Она сидела, тут... то есть, значит, между тем, где она сидела, и горой подушек, есть вот эта хуйня. Ну, еще есть телек. Насрать, я вам где-то найдем телек. Я все, я хочу телек, мне пофигу, тут зонт. Сожмись. И фонарик. Блин, прикинь, зачем ебака страшно выйдет. Да, и съест тебя. Потому что бесишь. За попу укусит. Твою мать, серьезно? Понимаю. Они умеют говорить? Да, они разговаривают. Понимаю. Своими голосами. Заскринь это и свитер кинь. Кто не шарит, давай я реально. Подписывайтесь, кстати, на твиттер там, если что. Просто имейте в виду. Кто не шарит, это персонажи из Вайаута, буквально. Прикольно. Клевые фигурки. 100% они где-то есть, их можно купить в реальной жизни. Фанковские 100% есть. Ты чё вырубил? Вруби. В России останавливаемся. И это типа, это пасхалка, как бы, ну ее не так сложно найти, но за нее не дают ачивку она ничего. Она все равно. Чё за бред? Ачивки дают за самые странные вещи. Даунэ. Синяя. Зеленая. Беленькая. Вот этот телек. И это не мини-игра, если чё. Сейчас, может, с этим можно просто... С этим можно взаимодействовать, пошли! Естественно. Естественно, можно. Это, походу, вообще... Это для прохождения сюжета надо.
Это футбольчик! Где? Чё? Подожди. А, надо, наверное. А, DVD, типа, надо пробовать. А, во, вниз, оверрайд. Мы должны пиздиться? Найди свое место, называется. Мы какой-то непонятный взлом производим. А, типа ручку сделай. Не, к левому, к правому. Звучит как херня какая-то. О, как еще, типа, в рот ему засунуть кого-то что-то. В нос. О, у тебя было. Здесь, типа. Ты был близок, да. Или я был близок. А, подожди, вот только что видел. Я не знаю, на что это похоже. Может, это, ну, это не рожки же. Или типа как волосы длинные. А, лол, господи, рот. А я куда? Сюда, а ты направо, тебе туда же, с другой стороны. А, пупи. Типа у этой, у левой же. Это должен два, кстати. Нас перевзламывают. Нажми, 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 нажимай, другой. Я переламываю, дебилоиды. А так надо было? Я думаю, да. Черт. Нас забрали инопланетяне. Я не знаю. Чего еще ждать от этой игры? Rosehand picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry! We really need those tears. The bigger the better. What evil planet are you from? There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single teardrop from Rose! Boss? You'll be stuck here forever! Forever? Did he just say forever? Oh my god, I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream! Oh, for goodness sake, Cody! Don't be stupid, we're not in space! What? Just where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them! Oh, here they are! Ah. Hey, Cody, try this on. Новый гир. Опа, бластер. Wow, Титан! Cosmic inflation. Inflation theory behind the Big Bang. Just stop it! Just turn it off! What? Amazing! Nate, just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? And we need to use cosmic inflation. And... Blaster day. Space boots. Defying the laws of gravity. How comes you get all the cool gadgets? Cause I'm cooler than you, Cody. Я не согласен. Подожди. Ты можешь уменьшаться. Фига, я огромный у тебя. Шу. Подожди, стань маленьким. Ну или так. А я приседать, кстати, не могу. Я могу сделать все, кстати, кроме приседания. По большим. Прикольно. Я, правда, не очень понимаю, почему мы в космосе. Но... И не самый главный человек. Жди. Так. А я, типа, способности зато есть, похоже.
А у меня мозг сломается, да, видимо? Подожди. А мы не можем? Круто. Я не могу что-то двигать, типа. Подожди. Если... А я могу поднять тебе проход. Я что-то делаю там у тебя или нет? Ну, да, ты висишь, типа. А, я могу маленьким там пробежать сейчас. Пройди. Мяленьким. И мяленьким. Да. Больше булла. Шу-шу-шу-шу. Вот это, конечно, у тебя жопа еще жирнее стала. Ага, батарейку неси. Что сделал? Ракету взорвал. За что? Мне кажется, для ачивки надо. А, я вклюсь, подожди, стой. Вернись. Тут очень много ракет, ищи ракеты. А, это, походу, пасхалка. Пасхалка. Ну, может быть, если все взорвают, дадут ачивку, не знаю. Так, а я за... А, иди сюда, жмакни. Я иду. Кого, вот это? Да. Мы в космосе. Охренеть. Элит Денджерос, получается. Так. Пока. А! На столько разнообразия уровней делать. Ну, они прикольно сделали. Жаль. О, господи. О, мини-игра! Мини-игра. Иди. А как я тебе объясню? Вот здесь. Портал? Портал? А, ну ты с моего размера такая же маленькая, что... Я до сих пор... Нет, это ты стала выше, чем я. Ну, блять. Захватывайте платформу Боже. Что? Ну, типа... О, боже мой. Цвета. И сколько будет синих против сколько будет зеленых? Здесь сратая гравитация. Да, я знаю. Не, это мое. Тварь. Я в рот ебал, ты я не знаю, я просто не вижу. Я могу быть большой? Я могу быть большой, могу быть проще. Я так проще. Я упал. Но а я маленький? Могу. Маленький вообще пиздец. Ну, уже поздно. Прикольно. Это оно вообще или нет? Это то, которое было на входе? В портале. Космическая прогулка. Ну это, наверное, как подсказка, что сюда надо идти. Ну, типа, да. Там что-то еще есть, 100%. Так, подожди. Тут звездочки есть. Я... Я звезду выкинул. Я должен был попробовать... Ты что сделал? Я вселенную строил. Ты что наделал? Ты чего наделал? Я вселенную взрываю. Короче, тут три портала. Три портала с разными локациями, судя по... А, это какой? В синий? Да. В красный. Не знаю. Не-не-не, в красный. В синий. Сейчас. Ё-май. Блин, это похоже на миссию Соника, типа последнюю. Ну что? Подожди, а я увижу это? Не, это не увидел. Не тот, не знаю. Ну, я выбрал по цвету этих. Не. Да мать твою. Проблема в том, что я нет, могу выбраться. То есть я не угадал два раза из трех порталов.
А чё там? Реально в красный. Смотри, планетарненько. Планетарненько. Чё-то реально так ходит, блин. Не, дизайн локации охеренный. Привет. Как дела? Круто. Очень покатались просто. Подожди, на Сатурн можно. Да, на Сатурн. Можно. Я не уверен, что это Сатурн, но да. Блять, я уебнулся. На пончик! Ты на пончике? Я правда думал, что игра будет хотя бы около реалистичной, но... Ну в смысле, за что? Ну в смысле реалистичность, зачем? А чё? Да ещё ракета. Тут очень где? Много ракет. Я сюда хочу. Во. Эй. Понятно. Во. А что за хрень, типа? Ладно? Ну ты не те просто, видимо, выбираешь. Нет, я же на пончик. Живой, пончик. Тут нужен ты большой. Подожди. Потому что там, видимо, только ты можешь допрыгнуть, а у меня другая миссия. Подними красненькую планетку. Пошла ты. Я понял. Подвинься. Сейчас я встану на нее. Хоти меня. Ты когда-нибудь получал еще палакс скорость света? Давай. Вау. I like it, Kaji. Как бежится? Хрен пойми, где я, например. Тут какие-то кнопки, я понял. Батарейки нет. Ее нету, типа. Хорошо, а что? Просто еще 3000 кнопок? Жми. Вообще, надо просто всегда толкать, типа. А, у тебя, ты можешь подняться сюда. Ты подняться можешь, типа, если ты там синие штуковины активируются, и ты можешь залезать по ним. Просто вот сюда, если... А, все. Сейчас, понятно. Типа, нижние это вот эти, получается. Ага. А, движение, смотри, как ты у меня на экране отображаешься. Да, я вижу. Как наступаешь. А, потому что... Понял. Давай ты упади еще, да. Сюда. А ты можешь... А, ты типа внутрь... Сколько? А ну, блядь, посмотри на пропорции, типа. Ну да. Ну, прикольно. Лезь в робота. Бублдание. Это как мы тут оказались? Я пошел перепроеду, мне похуй. Зачем? Я хочу пытаться. Чтобы пытаться, что ты хочешь сделать? Покататься. Да пошли. Каток, блин. Нет, долбоёб. Я хочу покататься. Да, шорткат нашел тут. Это подпитывает штуковины. Я в NFS играю, кстати. В зеленый иди. 2D будем играть. Я хочу в 3D. Тут 2D в 3D. Нихера тебе! Угу. Шу-шу-шу-шу. А попробуй вот сейчас попробуй большим стать. А
мне не можешь? Понял. Подожди, эксперименты. Какой? Так. Что-то не получается у тебя там, да? Такое бывает. Это нормально. Ты так не умеешь. Блять. Че? Блять. Че? Чушу, блять. Эй, Space Lady! How's it hanging? Takes some getting used to, but I'm alright. Это застрял в курсе? Ты прикалываешься? Застрял! Умри! А, я не могу, я двигаться не могу. А вот, теперь можешь. Блин, тебе проще, у меня мозг ломается. Ты должен мне дать, наверное... Не, с той стороны ударит. Ты с этой, а я с той. Пиздуй. А, я умру. Маленьким. Какой же ты маленький кусок просто. Смотри, я растягиваюсь. Мяу-мяу. Пропорции здесь охеренно выполнены. А. Че, аж выхало. Шо. А зачем? Типа, блядь, долбоёб. Наоборот, в оборотную сторону крути. Я понял. Спасибо. А без разницы, типа, я и так все заключу. Тогда надо контролировать силу, с которой ты делаешь, чтобы меня не кинуло туда. А похуй, я просто сам сделаю. Ты не можешь. Так, да смотри, с тебя пиздануло на всей силе. Да, ну типа где-нибудь на чуть больше половины. Вот сейчас. World Great is dead. Дэдди? Придется сломать. Я там растягиваюсь, кто нужно есть. Да, нормально. Тупо червь. Тупо червь, да. Блять. Шу. Пока. Отсасывайся. Поехали. Ты мой воздушный шарик теперь. Я воздушный шарик. Нихера! А еще? Wow, okay. Блин, клево. Right, меня правда стошнит сейчас, но... Конечно, клево. Я вообще сказал, типа, как-то с... Наконец-то я слез с потолка, да блин. И мы сразу здесь такие. Настолько вариативной игры я пока что не видел. Так разнообразный. Ну она просто как набор... мини-механик. Но не раздражающих мини-механик. Ну да. Ну в этом-то и прикол, если бы мы там всю игру гвоздями, например, расстреляли, мы бы заколебались уже. Ну, почему? Мы бы стали профессионалами. Но мы бы заколебались уже. Профессионалами? Шарик. Мы бы профессионально заколебались. Тварь! Ты, кстати, почти идеально передал тембр голоса персонажа, когда он мелкий становится. Тварь! Так, тут 100% где-то есть ракета. Сейчас я поищу ракеты, потом ты меня катать будешь на шарике. Тут нет ракет.
Пошли. Тут инерции нет, я бы тебя на инерцию сейчас скинул. А, нихера. Да твою мать! Так. А если этих проблем с размером, я не понимаю, когда я нормальный, когда я маленький. И что я должен сделать? Так. То, что я двигаю куб, это как-то аффектит на себе или нет? А, я понял, что давай, я понял. Угу. Не делай так. Работай! Блин, у тебя ракурс вообще, блин. Эту игру гении делали, я не понимаю. Прикинь, да сколько это детализировать надо сидеть. Да, прикольно. Клёво. Да, там просто все прохождение. О, прикольно, клёво. О, ребёнок. Так, там вот, да, это должно было открыться. С двух сторон, да? Да. Так. Collaboration. Но мы внизу везде были. А, вот сюда давай. Тут просто может быть что-то где-то. И о, боже. Опять? Да. Именно этим надо заняться, когда здесь есть мини-игра. Подожди, а если... А где она? Читай там же. Мини-игра! Я хочу посмотреть, все это или нет мы собрали. А, ну вот, да, типа. Это сейчас как раз вторая. Потом еще будет где-то 4. Так. Лазерный, лазерный теннис. Теннис. Это Памбл Пати, да, типа? Я понял. А в чем смысл кнопок? Что ты нажимаешь на свое, ты меня отправляешь, я нажимаю на свое, ты тебе на синюю, сядь на синюю. Ой, ты типа мне лазер херачишь. Понял. Типа кто умрет? Тут, тут как бы все, кто умрет, по-моему. Почему зеленые и синие световые мечи твою мать воюют друг с другом, я не понимаю. Потому что красные типа пизжи всех, они не имеют права здесь находиться, они аутклассят любой меч, который здесь будет. Ёп, что происходит? У меня было много кнопок. Песня.
Это надолго, девочки. Возможно, да. Ты бессмертный, я не пойму. Возможно. Может быть, ты сдашься просто. Куха повинишь. Мне глаза болят. У меня, думаешь, нет? Да у меня! Я сколько не сплю? Скажи мне. Ты думаешь, я не знаю, что такое не сплю, типа? Да! Да, да. Ой. Офигеть. Глаза заболели, пиздел. Okay, I didn't win, but I still kick some ass. Sure. О. Так, я жив. Пошли. Мини-игры такое. Ну, они прикольные, но они одноразовые. Угу. Ну, пошли в синие, в зонты. Но я думаю, там по-разному сейчас будет. Амбрелла? Только непонятно, Академия или Resident Evil. Дурак. Тебе внутрь. В очко. Не, тебе внутрь мелким. Я тебе вот сюда. Тут проход тебе сделали. У тебя футбольный мячик. Ой. Я думал, что... Danger, значит danger, логично. А что делать? А я не буду что-нибудь делать. Прыгай, прыгай, ну прыгай. А я не умею прыгать, пожал. Кинь прям вот так вот. В синий хер. Ну прям вот так вот ты воткнешься в синюю. А это, да ты умрешь. Думаешь? Ну они ж плохие явно. Блять, ладно. Я не, вот, я не могу прыгать, типа, жму сейчас. А, так потому что я этим управляю. Все, все, я понял. Пока начали, тупо еду, как бы. Тупо диско-шар. Бачко. Идеально. Мне кажется, надо было этих синих челиков собирать. Да не, ну хочешь, пойди попробуй. А уже нельзя 100%. Да, нельзя. Да не, но это враги явно. Так а ничего не зеленый засветились, когда я типа в очко въехал? Ну. Может, им понравилась ракета? Где? Так. Я тебе шорткат родил. Какой? Подожди, подожди, вернись на ту хуйню. Что? Я понял. Давай, спускайся. Я не могу, ты отменяй. А, нет. Отмена. Это тупо. Я не могу дальше. Да понятно, я пока прохожу. Так. Угу. Это что-то тебе дает? А, запрыгай. А, запрыгай это по... для меня, потому что... Да, запрыгивай. Прикалываешь? Понятно. А, потому что тут робот. Робот. Знаешь, я буквально перехожу типа на другой уровень.
пытаюсь вспомнить, где у меня еще так мозг ломался. Какая-то игра была. А. Тоже где с переходами в маленькое, в большое. Постоянно. Человек-паук. Есть... Какой человек-паук паутин и тенеки, блин. Что-то мы с черного в красное. Я, кстати, не запомнил, в какой я портал зашел, поэтому угадывай. По-моему, направо. Я направо пошел. Да. А, тут меточка показывает, куда пошел. Меточка. Так, ё-моё. Ты что за Bad Wonderland? Вы думали, я не найду ракету? Вы думали, я не найду еще одну ракету? Представляешь, если я жму кнопки, я не понимаю, что я жму даже, как я жму, зачем я жму. Настолько все плохо. Хотя в таком состоянии не надо в эту игру играть. И тут как бы я согласен. Ёма... А, сюда kinda и надо залезать. Что это такое? Стреляй, херач, уничтожай. Это мучачка. Это книга. Он там. Он там. Он где-то там. I can't imagine him being a doctor of anything. И все. И никакой ачивки. А может, тебе надо полностью его дослушать? Так я дослушал. Их просто несколько. Прослушать все? Все и всех. Тут кусок скейтборда. А, блин, кусок скейтборда. Вот, это пропало. Тут сейчас где-то еще одно есть. Okay, мы в интернете. Мы в интернете. Это к нему чаще говорит? Нет, я не знаю, кто это говорит. В игровой индустрии это разраб какой-то. А может это эти из Way Out? Fuck Oscars, я не помню, чтобы они такое говорили. Потом заговорили, звали персонажей. Лео и не помню. Оскар? Mm-mm. Ладно. Точно не Оскар. Бравый такой коп, у которого послали под прикрытием, да, его звали Оскар, очевидно. Я получил по Оскару. Я не могу больше ничего найти. Ну все, ливает. Ну все, ливаю, получается. Это Ростелекомовская. Это телевизион dot.com. Я же говорю, Ростелекомовская. Смотри, как клёво подушка. Ты бы на такой спал? Да. Включай фотомод. Фоткай. Я не могу, а ты где? Я в углу А ты можешь залезть? А я могу как-нибудь встать, чтобы меня было видно, что я большой кусок хрени? Могу вот так сделать, ты будешь маленький. Не-не-не, так неинтересно. Блин, клёво. Да забей на фотомод, пошли, я же не могу зафоткать только... Ку, блядь, фоткай. Только твою половину. Да. Сделал. Твиттер. Потом в Твиттер отправлю. Я понял. Как ты это сделал вообще? Каким образом? А, тут... Я могу провалиться. Я понял. Садись на левую. А не ты? Ладно. Вчера ты жирная, нормально? Запрыгивай. Так. Угу.
Ну, короче, дальше, ты должен туда, быть... Нет, будь мелким, залети туда, станешь большим. А, сейчас, подожди, давай еще раз. А чё? Я торпеда! Чё за херня? Я просто бы ты видел, типа, как-то. Ну, а как я это сделаю? Ну, типа, прыгни и ударь сейчас. Видишь, что просто ударишь и прыгни. А, ну не получается. Ладно, я как-то по-другому видим. Гений, блядь, мысли, отец русской демократии. Спрыгни с высоты просто сюда. Вот так вот. А вы ученый какой-то, да? У вас степень? Что преподаете? Америку. Преподаете Америку, я понял. Преподаете или предаете? Преподаю. А ты собака, да? А с чего вы дома? Цепляйся там, я не могу цепляться без тебя. А, бля, я забыл. Я буквально не могу цепляться без тебя. А, в курсе. Дай, раз, два. А, ну на тебя-то пофиг. Просто жди, когда я буду прыгать, и все. Нет, тут поочередно, видишь? Понял. Прыгай ты. Нет, ты сейчас наверх. Нет, я прыгаю. Теперь ты. Теперь валим. Теперь вали. Вали. Ева, какая планета. Ладно, я хотел сказать, планета детализирована, нифига. Я увидел пиксель, мне не понравилось. Я расстроен. Я увидел пиксель. Бля, кое-что. Смотри, какое стекло детализированное. Даже засрать. Иди батарейку впихивай. Стреки, бегу, клево. Ты сюда, ты можешь головой сюда влезть, в курсе? Блин, а я могу, типа... Посмотри, обернись. Ой. Так, тут были тут... А, значит, последний вот... Подожди, а что если... Понял. Чё у нас здесь произошло? Я не верю, что если все ракеты расхреначат, то ничего не будет. Тут есть ракета за порталом. Да блин, нету. Почему? Потому где мои ракеты? Под портал. Ладно. Не нравится, что не рассыпаются типа близнецы? Это похоже на щелчок Таноса. Я достал проводник, чтобы это не значило. Ты флеш достал. Видишь, чем я занимаюсь? Я вижу. Мне в кайф. Финиш! Я тоже хуйню нашел. А. Так. Положить. О, ракета. Положись. Не, я еще один нашел. А, блять. Ты пузом это делаешь? Звездочка, подожди, еще звездочка. Ладно, возьмем эту хрень. Куда положил ее? Как? Понял. Я положил налево, но... А, они типа подключаются, надо их как-то законнектить. Гений, мил. Подожди, а если вот так ставлю? Стоп, чё? Твою мать. Подожди, я понял. Неси сюда вторую. Ну да, но там ещё есть. Сейчас. Я вижу ещё одну ракету. Как мы могли пропустить ракету? Сейчас.
А, иди их ракету взорви. Их все можно переконнектить, типа. Да понятно, иди взорви ракету. Какую? Вот тут ракета. Ща. Типа стань маленьким, а я тебя подниму. Писька, сосиска. Я упал. Ну как, ну, вот, я, можешь заметить, чем я занимаюсь. Ты не можешь? Не, я понял. Я могу вниз залезть. Well, тут еще одна есть. Подожди, видишь, где я нахожусь? Там вот еще один проводник. Да, тащи ее вниз. Потом ты еще должен вот тут забрать. Тоже надо мелким залезть внутрь базы. Где? Тут. Ты пока занимайся этим, потому что я не понимаю, что я должен сделать. А ты коннектик стой. Нет, тут есть еще одна, я не понимаю, как я ее могу взять. Потому что попасть сюда могу только я. А как взять, я вообще не вкуриваю. То ли тут что-то есть. Нам хватает или нет? Нам не хватает. Нет. Как раз вот где-то одной нам не хватает. Да двух еще, а то и трех. Что, их же типа надо цепки цельные переконнектить? Ну нет, их можно, я думаю, чуть подальше поставить. Типа если от той отстраивать. Не, видишь, вот такой теряется. Это можно кинуть тут. Ты мне типа идешь еще штук 10, и мы такие. Коннект. Все. Во. Вот, и нужна еще две. Две. Просто смотри, вот одна у меня здесь. Я не знаю, вот где ты стоишь. Ну да, я знаю, я вижу. А вторая вот где-то наиграл, где он там справа. Вот она вот здесь, вот я у нее. Я у тебя. Ты упал. Ты не у меня. Ты не можешь куда. Нажми кнопку. А. А, давай, раз, два, три. Сейчас. Халк, крушитель, блин. Америка. Халк, крушитель Америка. Все. Шорт вроде уже активировали. А, не? Подожди. А, встань нормально. Ему звездочек не хватает, смотри, одной типа. Вперед. Ну и че? Такое открытое внутри, батарейку засунь и все. Я уже брыл. Нет. В этом ты не был. Ну все, у меня уже шиза вышла. Ну это видно. Ему говорит, там что-то роботу не хватает звездочек, блин. Так у него буквально одна не крутилась. А ну и что? Ну все, мы, блин. Арабский тикток в Геншине. Арабский тикток в Геншине, иди, блин. Что ты пизданул? Арабский тикток на ютубе. Пиздец. Такой открытый. Можно, пожалуйста, это будет последняя пачка головоломок здесь? Мы типа... Типа столько нельзя делать. Да, это последняя будем было. Да, это последняя была. Ну, пачка порталов. Видишь, да, вы поднимаешься.
А. Mm-hmm. Видишь? Так, лестница идет отсюда. Ебать, смотри, паркур! Пусти паркур. Пусти паркур. Я так понимаю. Нет, ты сначала, да, да, ты сначала должен тут. Зафиксируй, вот просто встань, встань вот на той штуковине. Да. Теперь иди к батарейке. Вон третий смайлик, чисто я. Второй смайлик, чисто я. А у тебя тоже непонятно, какие там цвета, да? А, вот теперь понятно. What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah? Okay, but... What about her? А что же тупо главный герой, пиздец? What? No, that can't be right. Nah, I'm sorry. This space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, how about maybe we can, beam ourselves back to Rose from here. No, careful. Yeah, boom, it's working. Doesn't sound like it. Traitors of evil, prepare to die. Понимаю. Оружие. Соси. Вот знаешь, пацаны, твоему персонажу ты даже не скажешь, что... Не скажешь, что ты играешь за мать. Тебе комфортно? Подожди, а я могу? А я не знаю, что тебе делать. Коди сделай что-нибудь. Подожди. Веди сюда! Веди на кнопки! Вот. Да. О! Я не могу встать. Во! Веди прям в эту вот хрень. Веду. Так, огребай. Твою мать. А что на маленький пизды не получит? Бля! Так, следующая. Понял, теперь он ко мне давай. Спасибо, что я научился дрочить кружок, который ты квадратик. А что надо прыгать, пиздец, не получит. Шо ж. Хера агрессивная обезьяна. Где? Во, вижу. Вчера? Подожди. Я просто сломал его своей жопой. Иди бей его, насмехайся над ним. Шу. Ща. Шу. О, это же ракета. Я лечу. А типа только ты на них садиться можешь? Да нет, ты тоже можешь, просто уворачивайся, чтобы они в тебя не попадали.
Проиграли. Мы проиграли, получается. Ну, все, игра остановила. Там первый раз. Ну, чаще такое, но я же в вас верил. Да, блин. А что? Я, понимаешь, я сейчас просто попутал кружок с квадратом. Всё. Тварь. Да, блин. А я резко могу... Я не могу уйти от него просто, и все, как у меня в первый раз получилось, я не очень понимаю тогда. Я не понимаю, что я вообще не понимаю. Так, ладно, давай, разбегаемся. Прыжком. Нифига не прыжком. А, она просто должна лечь. Ну да, но ты убеги еще от нее. Бежал. Эй, тварь. Подожди, тварь. Да. Увлекательно. Нет! Спасать! Мы камикадзе, как бы. Ты мог спиздить ракету? Да, давай, двойной удар. Двойной удар. Шу-шу-шу. Бля. Понимаешь, что у него три фазы? Босс с тремя стадиями, реально. Ломай, ломай, ломай его изнутри. А, подожди, сейчас. Вот так, вот так. Поехали. Я в нем, я это ты. Эджект. Ты там занимайся, я пока повыживаю. Ай, понял. Выживай. Короче, надо его шоты, правильно? Правильно. Еду шоты. Похуй, сосать. Маленький эс. Что дальше? Что дальше? Гений. Удрать гений чисто. Там быстрее можешь как-нибудь? Подожди. Я не в том состоянии, чтобы ждать. Подожди. Блять. Ну подожди, еще чуть-чуть. Я не в том состоянии. Я не в том состоянии, чтобы ждать. Ну, он запососал. Ну как бы шотнул. Другую планету он шотнул. Hey, May! What's going on? Get ready! I'm going after him! Hey! I found something! I think we can use it! Don't touch anything you shouldn't! Yeah, just trust me! Keep him in sight! Поиграем в танцы с обезьянкой. Лети, лети вперед по курсу. У тебя там, конечно, все очень графично. Тварь. Давай, левее, левее, левее. Лево. Прямо. Я вижу, если что. Куда лететь? Так, назад, назад. Прямо, вперед. Право, право. Правее. Прямо. Вперед. Сосать! Хера, что тут графонисты было, ты видел? Очень. Шу-шу-шу-шу-шу. Moon Baboon, how do we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years, okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention.
Maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. Alder 4. But you have to promise you won't make her cry. Yeah. We promise. Okay. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. Так, это еще не все. Ну, естественно. Так, что за типа человеческих телах окажемся? Тут в этой главе еще 4 мини-игры должно быть. Так, где батька сосочка? Darling, this might look strange, but it's us. It's mom and dad. Rose. We need your help. Look, it's us. Can't see us. Sweetheart, we need to talk. We need your tears to break the spell. Darling! She can't even feel us. Залезь ей в рот. What are we gonna do? Wait, look. Did you see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. Let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh my God, May. That is a great idea. You'll cry a river. Yes. В мумразе, конечно. Какие мумразе, да? Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Yeah. Я за такую мразь играю, я больше не хочу в эту игру. Еще бесит. Далей. А чё ты всё та же глава? Нафиг они так объединили? Можно мне чихательное оружие? Чихательное оружие? Блин, ты больше не... Да, типа, я не могу трансформироваться. Да, у меня нет ботинок, но при этом как бы глава то же самое, тут 3. Ну окей. Короче... Сейчас они поговорят. One less would be a good thing. Whoa. She really loves that elephant, though. We have to buy a replacement later. Yeah. Yeah, we'll just get her a replacement. Yeah, it's time for a new friend. Well, I actually thought she'd outgrown the elephant. She did. But you know, lately she's gotten attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just find it. I think Moon Baboon could use a bit of space right now. В общем, на этом пока закончим, так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.